День второй, цыплята едят виноград, такой не слишком спелый, но едят. Уже более активно, я бы сказал, хорошо. Еще, конечно, не очень, не так активно, как хотелось бы. Хотелось бы, чтобы сразу все съедали, но ничего. Я думаю, за несколько минут они все закончат. Конечно, это вам не икра, но тоже есть можно. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев Зверобой. Кормите виноградом, если он каким-то образом испортился. Смотрите обновление. Пока.